Спорт – норма жизни. Это название регионального проекта, который реализуется в нашей области в рамках нацпроекта «Демография». В Твери работают 3 муниципальные спортивные школы, где тренируются несколько тысяч ребят. Например, в спортшколе «Лидер» открыто 11 отделений по различным видам спорта. Подробности расскажем далее. Тренер по боксу Дмитрий Лебедев практикует групповой метод тренировки. Это когда на его занятия приходят ребята разных возрастов. И в поединках младшие набираются опыта у старших. В боксе важно многое – и техника, и грамотная стойка, и ловкость. Вот сам тренер отрабатывает с воспитанником приемы атаки. Вызываем противника на себя и встречаем сильнейшей рукой правой. Ее держим все время на месте. Левой сюда, сюда отскок и встречаем сильнейшей рукой. Работаем, время пошло. В этом же зале тренируются юные дзюдоисты. Первые тренировки – это общая физическая подготовка с элементами дзюдо. Это, уверен тренер Дмитрий Иванов, нужно для оздоровления и укрепления мышц и связок. Первое, что дается в дзюдо, это так как единоборство. Дети совершают бросковую технику, это, конечно же, падение. Так как и в многих, опять же, контактных единоборствах, падение играет очень значимую роль. Это понижает травмоопасность, дети не испытывают дискомфорта при тренировках. Многие ребята в этой группе уже сдали на технику желтого пояса. В их числе Толя Мартиросянц. Он занимается дзюдо 5 лет. Мальчик рассказывает, какие испытания нужно пройти для получения желтого пояса. Передняя подножка, задняя подножка, бросок через плечо, захват, бросок через спину, захват руки на плечо. Дальше идет оранжевый пояс. В «Лидере» проходят спортивную подготовку более 2000 тверских школьников. Около 700 воспитанников имеют массовые разряды по различным видам спорта. В рамках летней оздоровительной кампании спортсмены выезжают на тренировочные сборы в оздоровительные лагеря. То есть занятость проходит как и в зимний период, так и в летний период. Набор в городские спортшколы проводится ежегодно. Дети обязательно сдают экзамены и после успешной сдачи зачисляются на бюджетные места.